Вот чем хороша Бельгия. Берешь тут пешеходный маршрут и едешь его безо всяких тебе там трейлов или специализированных мест. Доезжать до Бельгии, конечно, тоже не близко, но тут уже гораздо больше раздол и свобода. Ой. Грязюка. Куда же без нее? Вон и Ира подъезжает. Саша, есть. Едь, говорит, а там грязюка. Все, я поехал.